Сторонники армянской оппозиции, протестующие против установления Азербайджаном таможенных пунктов на дороге Гориз-Кафан, пытались ворваться в здание правительства. Армянские СМИ сообщают, что полицейские старались оттеснить демонстрантов, не позволяя им подойти вплотную к зданию правительства. Возникла давка, переросшая в потасовку. Участники акции скандируют «Никол – предатель» и делают попытки перекрыть движение на площади республики, но силовики вытесняют их с проезжей части улицы. Այսինքն մաքսային турքեր էր գանձում Գորիս Կապան ավտոճանապարհի իր տարածքով անցնող Էյվազլի Չայզամի հատվածում. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан планирует установить для граждан Армении паспортный и таможенный контроль на подконтрольной ему дороге в Иран. Азербайджан хочет установить таможенный контроль на участке Эйвазлы, Чайзами, на своей территории, заявил Никол Пашинян в правительстве Армении, передают армянские СМИ. В связи с этим, по его словам, армянская сторона будет направлять своих граждан по новой дороге, которая практически полностью готова. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.